Интересно, это расценят как порно-контент? Друзья, всем привет! Знаете, совершенно недавно мне постучались в личку ВК и сказали, мол, слушай, заметили, что ты любишь вот такие вот толстовочки? Да, да, обожаю, да. Что-то у тебя парк их, скажем так, скудненький, не хочешь ли себе обновить? Я говорю, хочу, тем более принты, вся фигня. И, короче, оказывается, ребята с сайта, магазина сайта, да, принт-бар, предложили мне, говорит, выбирай худи. Я говорю, окей, ну, то есть ты понял, да, худи это вот это, да, толстовка, по-русски говоря. Да, да. Сейчас буду еще переводить для молодежи, чтобы будет меня понимать, а вот те, кто постарше, они будут... В общем, говорят, зайди на сайт и посмотри, что... И я зашел, охренел. Там просто перечень огромный всевозможных толстовок с разными принтами и тому подобное. И они говорят, хочешь, мы тебе даже с кошулом зафигачим. Вот тут на груди у тебя кот будет твой любимый. У тебя будет эта надпись распаковка, как хочешь. Все, дизайнеры все это сделают. Я что-то говорю, да, блин, хочу. Нифига себе, вот вы бы хотели, например, толстовку с надписью распаковка, двапаковка, либо кашула там со стикера какого-нибудь, да, там, типа того. Это будет прикольно. Это, конечно. Я говорю, но перед тем, как что-то там заказывать с кашулом и тому подобное, пришлите ко мне несколько этих худи, да, то есть толстовок, для того, чтобы посмотреть качество мануфактуры, посмотреть швы там, да, то есть строчка и тому подобное вообще, как, из чего это все дело сделано. И если хотите поинтересоваться, значит, что там вообще есть, можете перейти по ссылке в описании и посмотреть. Там есть и худи, то есть толстовки, есть свитшоты, по-русски свитеры, вот, и есть еще, значит, как они называются, лонгсливы, по-русски кофта. Вот, в общем, все это дело можете посмотреть. Достаточно такие приемлемые цены, и там еще сейчас есть скидочки. Давайте смотреть, что ко мне приехало. Реклама с дек, да, кстати. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Конфеты? А, нет. Сибирская язва. Сибирская язва, да. Бэмс, мне еще здесь положили, значит, промокоды. Спасибо, что вы с нами, все педали. Итак, погнали распаковывать, с какими принтами ко мне приехали эти самые худи. Вот так. Толстовки, кофты с капюшоном, да? Бабушка так говорит твоя или нет? Или дедушка? Мама так говорит? Как мама говорит? Напиши в комментариях. Чпоньк. Бразерс. Ну, это, короче, старинный, старый-старый индийский фильм «Братья». Да? Ну, ты мой брат, я твой брат. В общем, ну ты помнишь, да, этот фильм «Бразерс»? Это индийское кино, да? Болливуд. Значит, что у нас по худику? Здесь у нас так называемый кенгуру, да, карман. Снаружи у нас вот такой синтетический материал, блестящий. Значит, что у нас по строчкам, по швам? Все ништяково сделано, то есть уже хорошо. Ничего, как говорится, не рвется, крепкое. Швы отличные. Окей. Значит, по принту все идеально сделано. Пока мне все нравится. Капюшон, все педали. И здесь у нас написано Print Bar XL. Ну, это мой размер, собственно. И Print Bar.ru Made in Moscow. Не то, не Made in Russia, да, там Made in China. Made in Moscow. Вот так вот, да. Так, первый пошел. Сейчас мы все это, естественно, примерим, посмотрим. И вы уже в комментах напишите, какая худи вам больше всего понравилась. Ну, ты знаешь, да, что это за знак? Не знаешь? Напишите в комментах, кто узнал, что это за значок. Кто вообще игрался вообще вот в это, а? Игрались, нет? Опять же, по швам все ништяк. Никаких торчащих ниток нет. Все ровно пошито. И, собственно... Опять же, Made in Moscow. Никаких ниток нет, ничего нет. Ну, в смысле, нитки есть, я имею в виду торчащих ниток. О, вот это моя будет любимая. О, олимпийка, елы-палы, СССР, да? Кто хоккей любит, а? Вот я тоже, вот есть такие люди, да, которые, как и я, не любят особо футбол, зато хоккей. Ух, как залетает. А, вот так вот, да? Back in USSR. Здесь должна быть музыка. Back in US, back in US, back in USSR. А вот это уже... Сделанное худи с полным принтом. То есть то у нас, значит, было просто на груди. Здесь у нас, посмотрите, целиковая, посвященная PUBG Map. Ну, PUBG вообще, но я любитель поиграть в PUBG Map. Вообще, любитель. У меня просто компания-то игрового. Я тоже поиграл с кем-нибудь в PUBG, на самом деле. Постримил бы, блин. Просто я нищеброд, наверное, да, как сказать. Короче, вот такой офигенный принт. Посмотрите, насколько качественно сделано. То есть, действительно, блин, по кайфу. И этот принт не выстирывается по-любому, потому что это видно, это прям, ну, целиком материал сделан таким. Охрененно. А, любителям PUBG, а? Бамс. Вот это моя будет любимая. Я в ней, с ней буду ходить в филармонию. В филармонию приду вот так вот со своим кларнетом и саксофоном. Скажу, гори оно все огнем.
и пошел снимать ролики, да? В общем, вот такая тоже и есть. Точно такой же размер из того же материала. Сейчас мы все это будем мерить. Блин, мне прям любопытно, серьезно. Олимпийской мишка. О, вот так вот, а? А, нормально? 980 года. Блин, какой офигенный вообще, мне нравится, смотри. Охрененные, да, принты? Да, они все из одного материала сделаны, да. Ну, то есть, такой он прям прикольный. Плотные, они не то, что там тоненькие, знаете, там какие-нибудь из такого. Они прям действительно плотненькие, хорошие. Па-да-па-да-па! Хей, я алкаш, да. Вот это будет у меня одна из любимых, опять же, худи. И вот, вот все вот это я, в принципе, выбрал буквально за 5 минут на сайте, да, то есть, а на самом деле там огромное количество, я просто увидел дофига прикольных худи, ну, толстовок, да, с капюшоном, там, как они называются, в общем, худи их называют, да, это все вот эти вот бородатые олимпийка. Дядьки на педиках, олимпийка, вот олимпийка, да. Плюс вы можете еще сами там все это дело закинуть, да, свой какой-то принт, и вам сделают не то, что вот, допустим, вот такую, а как вы увидели с Pac Mobile 3D принт, то есть не на 3D принтере, но 3D принт полностью у тебя, значит, будет запечатанная твоя худи. Окей, меряем. Ха, я готов мерить, да, вот все, я сижу вот такой вот, кстати, вот тоже принт, да, но вы посмотрите, какой принт, то есть он как пакетом, и когда летом ты ходишь, вот эта часть вообще невероятно так, то здесь нет. Заметьте, как здесь все это сделано, то есть это тебе не вот эта вот целлофанка, которая на груди, которая, кстати, со временем, я боюсь, что она и так уже мнется, посмотрите, и она со временем просто будет отлезать, отрываться, там она наклею. Здесь этого не будет. Окей, меряем. Я алкаш. Ну, в смысле, ты понял. Мы в курсе. Ну, по мне вообще офигенно, то есть такой, с такой будешь самым модным пацаном на деревне, а? Нравится? Мы, а вот это тоже ништяково. Серьезно, фанатам PUBG вот эта штука зайдет. Кстати, там игровой тематики валом тоже можно. И Half-Life какой-нибудь, и Quake я видел, Doom, и все педали. Все педали не видел. Кстати, прикольная, кстати, мерч, а? Как вам? Все педали через «и». Распаковка, двупаковка, кашу, все педали. Пацаны, накидайте, кстати, в комментах, какие бы вы хотели еще видеть принты на груди, если делать их, например, с тематикой канала? Очень интересно, прям серьезно. Я потому что не все подмечаю, вот все педали прикольно. Шубадуба, точно. Вот. Накидайте в комменты. Вот. Интересно, это расценят как порно-контент? Нет. А вот с такой худи вы будете очень популярны в Индии, как я уже сказал. Старый, очень хороший, добрый фильм про семью Бразерс, про двух братьев. Отличный сериал, советую загуглить, посмотреть. Просто великолепный. Прям, там ты сестра, я твой брат. И там два брата, в общем, с сестрой. Или как там? Ну ты понял. А вот эта олимпийка мне сразу напомнила детство. Когда я был маленький, я всегда смотрел на хоккеистов, и мне так завидно было, когда я смотрел, говорю, ё-моё, я даже зубы хотел, чтобы у меня вылетели, как вот у них, вот, да. Но самое интересное было, это, конечно, вот эти вот олимпийки. Они такие красавцы, все с клюшками выходили, без зубов. Сразу видно, что музыка что? Музыка огонь. Вот. Не скрипачей, ну, в смысле, скрипичный ключ, скрипачей не огонь. Или огонь скрипачей. Что вы, скрипачи? Напиши в комментариях, что ты, скрипач? Что ты духовику скажешь, а? Огонь? Ну, как-то так. Вот это самое любимое мне. Это домашнее. Я алкаш? Не, я в ней на работу приду обязательно. Это ты что, это ж вообще бомбалея. Да, можно я в ней на работу приду? В общем, как-то так. Вот это мне, блин, прям самое любимое будет. Серьезно, в ней я, блин, буду тусить. Ну, мне еще PUBG-овская понравилась. И вот Brothers про братьев, в общем, да. Ну, ты понял. Напиши в комментах, какая тебе из вот всех представленных худи больше всего понравилась. Мне будет интересно, может быть, какую-нибудь даже голосовалку там, да, вот как это делают там блогеры, да. Какая тебе больше всего понравилась, там, кликнешь, расскажешь, покажешь. Ну, а я вот тут еще что подумал. Впереди 23 февраля, да, и на подарок вполне себе вот такую штуку можно подарить. То есть это действительно хорошее качество. Да, проверили, нормально. Хорошие швы, хороший материал, подкладка хорошая. Ничего не там, нитки не торчат. Принт действительно качественный. То есть ничего, не вот эта наклейка, которую я вам показывал, да, у меня YouTube, а это действительно принт нормальный. Хоть 3D принт, как вот здесь вот с PUBG Mobile, да, вы можете... Mobile, что я в Mobile играю? Вот так вот, да, то есть принт, посмотрите, качество офигенное, действительно. Хоть в круговую ее, как говорится, зафигачьте, хоть там на груди, что угодно. Плюс вы можете сами тогда сделать какой-то свой принт. И вот здесь у меня будет вопрос к вам, подписчики. Интересен ли вам
мерч именно от канала «Распаковка, два паковка». То есть вот то, о чем я говорил, что всякие приколюхи, вот шуба-дуба, все педали, «Распаковка, два паковка», разные логотипы, того же Кашула, всякие приколюхи. Интересно ли вам будет вот такой вот мерч? Как по мне, вот будет прикольно. Но будет прикольно, если это действительно интересно вам. Напишите в комментах, интересен ли вот вам вот такой вот прикол. И от этого я уже буду отталкиваться, потому что как бы заводить, не заводить, заморачиваться с дизайнерами, которые будут все это дело делать, да, то есть нормальный качественный принт, чтобы был нормальный логотип и тому подобное. Вот как-то так. А вот это все дело, да, вот эти все худи, помимо худи еще свитшоты, лонгсливы, футболки и тому подобное, вы можете купить по ссылке в описании в магазине Print Bar. Выбор сейчас там офигенный. И цены, сейчас идут там скидки, цены просто классные. Серьезно, можете посмотреть, и это будет, по крайней мере, это будет не дороже раза в два-полтора, чем вы пойдете это покупать в какие-нибудь магазины. Но здесь с вашим принтом и интересным принтом, который будет вас выделять. Как-то так. Пока. А вот это будет для самых терпеливых, кто досмотрел до конца. Срисуйте 4 промокода, 300 рублей еще себе скидку сделайте. А да, теперь точно пока. Нихера себе. Ты что, какой-то бутик отрядовской? Какой бутик? Это ты что-то снятил. Приехали, прислали мне. Прислали. И, кстати, соцсети я разочарую. Ну, давай. Это Бразерс, это не всегда не индийский фильм. Не индуски. Индийский. Индийский. И это не индийский фильм. А про что это Бразерс? Маленький еще, какие вещи знают. Ладно. Ты же шарада, слышишь? Ты еще ничего не знаешь? Жизнь не козла! Нет, я тебе точно рекомендую посмотреть, что такое Бразерс. Это не идичное кино. Да знаю я! Ничего ты не знаешь, ты еще знаешь!